Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, на канале Сергей. И сегодня в этом видео я вам хочу показать и рассказать о принципе работы такого сайта-крана по добыче криптовалюты Bitcoin, как Field Bitcoins. Итак, для начала, чтобы вам собирать сатоши на этом сайте, вам нужно будет пройти по ссылке, которая будет под видео. Пройдя по ней, вы попадаете на этот сайт. И видим здесь. В этом поле вам нужно вставить свой биткоин адрес или же свою почту от XAPO. Итак, если вы здесь вставите свою почту от XAPO, то каждому вашему начислению будет добавляться 15% бонусных. И отправляться будет снятие сразу же прямо вам на ваш кошелек XAPO. И если вы вставите в это поле свой кошелек биткоин, то у вас будет внутренний баланс сайта. У вас на балансе будет собираться минималка 7000 сатошей. И каждое воскресенье, то есть по воскресеньям, они будут автоматически выводиться на ваш биткоин адрес, который вы вставите здесь при регистрации. Вот, давайте зайдем на сам сайт. У меня почта стоит от моего XAPO. То есть у меня начисления идут сразу же на мой XAPO. Сейчас подберем капчу. Капчу можете вводить слитно. Если будет с большой буквы, можете вводить с маленькой. Оно все распознает. Видим, мы попадаем на сайт непосредственно. Так как я уже говорил, что если у вас будет биткоин адрес стоять при регистрации, у вас вот этот вот баланс, здесь будет внутренний баланс и будут показаны ваши начисления сатошей, которые вы собираете. И по воскресеньям, когда у вас здесь будет 7000 сатоши, вам будет автоматически выводиться на ваш биткоин адрес. У меня стоит почта, и у меня сразу же идут выводы на почту с 15% бонусом. Итак, мы видим, что как работает этот сайт. Сайт работает без ограничения, то есть идет таймер времени и начисляются нам сатоши по времени. Что я еще заметил на этом сайте, что будет лучше, если вы будете снимать сатоши каждые 30 минут, ну максимум час. То есть, если у вас есть время, то лучше всего каждые 30 минут сюда заходите и снимайте свои сатоши. Потому что, если вот вы видите, за полчаса нам дает 280 сатошей, то за часа два нам всего лишь даст где-то сатоши 600. То есть вы сами можете посчитать, если вы каждых полчаса будете снимать, то у вас будет намного больше сатоши заработанных. То есть, если у вас есть время, снимайте. Если у вас нет времени, снимайте, когда у вас будет время. Здесь ограничений нет ни по времени, ни по начислениях. Но здесь есть еще такой нюанс, что таймер снятия возможно только после 5 минут работы таймера. Свыше 5 минут работы таймера вы спокойно можете снимать их. Вот, давайте я вам покажу сразу же реферальная программа, где у вас находится. Вот здесь находится ваша реферальная ссылка для привлечения ваших рефералов. Также здесь 50% реферальных комиссий с каждого реферала. Видим, в этом поле вот показано количество ваших рефералов на сайте. Также мы можем увидеть, что по воскресеньям идет вывод, минималка 7 сатоши. Но это в том случае, если у вас стоит биткоин адрес. Это о чем я вам уже рассказывал. Итак, как здесь снимать? Вот нажимаем на вот эту кнопочку. Видим, у нас капча. Вводим нашу капчу. Как я уже говорил, можно с маленькой и слитно. И подтверждаем ее. И мы видим, что начисления были сделаны на мой кошелек XAPO.
Вот такой вот хороший, интересный сайт по добыче криптовалюты биткоин. Всем хороших заработков. Также подписывайтесь на канал YouTube. На канале есть уже очень много различных познавательных видеороликов по добыче криптовалюты биткоин, лайткоин, догкоин. Также есть различные проекты майнеры по майнингу криптовалюты биткоин. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. И спасибо вам всем за внимание. С вами был, как всегда, Сергей. И до новых встреч!